Нет, разноцветные. Сейчас попробую найти. Давай, подожди. Ну, так линия выходит. Сейчас я другой посмотрю какой-нибудь. Просто знаешь, что нужно? Нужно иголочкой открыть насадку, иголочкой побольше сделать отверстие. А я сейчас приду, посмотрю другие. Ой. Ну, там, в принципе, нормально. Сам день. Надавливаешь, стараясь, чтобы линия не прерывалась и чтобы она шла ровно. Угу. Ну или у нас какая-то получится. Если там какая-то кривизна будет, это нормально все. Это можно подправить. Когда роспись такую делаю, то я обычно одним контуром. Угу. То есть начала персиком, значит, персиком делаешь. Контур чисто. Угу. А краски уже разноцветные, да. Там уже красочки отдельно подбираются. Начала снимать, у меня начала рука трястись. Ой, смотри, у тебя подсыпать начинает, и видишь, да. Становится таким прозрачным одним блеском. Заметно. Могу феночку. Да нет, просто это... То, что ты взял? Я не стала открывать новый. Спасибо. Ага, теперь мы вещи мокрые. Ну, как так, просто бумагу переверни. От этой части лучше видели? Все вверху привезли. Ксюша, ты нас маленькая девочка, да? Не стыдно? Нет. Не стыдно тебе? Нет. На камеру потише. Ждем, как высохнет.